Праздничное гуляние со щедрым угощением, блинами и горячим чаем развернулось на главной площади города в последний день февраля. Зайцы дружно проводили зиму и встретили весну. Организаторы праздника постарались и устроили настоящее масленичное развлечение. На площади можно было разрисовать игрушку, слепить и отведать весенний атрибут жаворонка, научиться обычный предмет превращать в произведение искусства. Это все очень просто. Это любой человек, который никогда не делал, он это сможет сделать. Отведать блинов с пылу с жару. Вдоволь наиграться в народные игры и забавы. В официальной части глава района поздравил зайцев с праздником Масленицы и окончанием зимы и провел торжественную церемонию награждения победителей районного конкурса «Женщина года, мужчина года, женский взгляд». Этот конкурс проводится ежегодно. В числе конкурсантов зайцы, внесшие особый вклад в развитие республики, культуры и духовности, укрепление института семьи. Победители были определены в различных номинациях: «Женщина-мать» Светлана Столярова, «Женщина-культура и духовность» Гульфия Сулейманова, «Женщина-бизнес-леди» Юлия Хайрулина, «Мужчина-лидер» Фикрет Сибгатуллин. Ну и, конечно же, финальной частью праздника стало сожжение чучела масленицы как символа проводов зимы и встречи весны. Елена Маврина, Денис Ипатов, новости Татарстана.